Всем привет, товарищи автомобилисты! Хочу сегодня познакомить вас с очень интересной фичей, которая облегчит вашу жизнь и сделает управление автомобилем, пользование телефоном еще удобнее и приятнее. Сам пользуюсь такой штукой, не могу не поделиться с вами. Итак, в этой коробке, как бы его правильно назвать, магнитный держатель в автомобиль с функцией беспроводной скоростной зарядки. Ну, расскажу поподробнее. Для этого открою сначала. В комплекте идет очень-таки даже хороший микро-USB кабель, необходимой, кстати, длины, для того, чтобы разместить его в автомобиле без лишних смоток и скруток. Скоростной адаптер в прикуриватель от Bazeus. Почему скоростной? Потому что способен выдавать до 12 вольт напряжение током до 2 ампер, что и обеспечивает непосредственно скоростную зарядку. Далее, подкладка под заднюю крышку или под чехол, которая также имеет двухсторонний скотч. Если вы не носите чехол, ее можно просто наклеить на телефон. И самое приятное, это непосредственно зарядное устройство. Вот так вот оно выглядит. Состоит из вот такой вот ножки и вот этой вот головки, которая металлическая, тяжелая, очень приятная такая на ощупь, которая является зарядным устройством. Пленочка снимается, под ней черная глянцевая поверхность. Как это работает? Выбираете на панели место и клеите с помощью двухстороннего скотча, предварительно обезжирив. Причем, если по каким-то причинам вы не хотите клеить, либо в машине нет прямых участков, подходящих для этого, данная ножка откручивается, вот такой вот металлический железный колпачок снимается, и внутри мы видим здесь очень хорошее качественное крепление в воздуховод автомобиля. Лично я пользуюсь таким способом крепления, и мне очень нравится. Не тарахтит, не трещит, очень прочно держится. Ну что ж, покажу, как работать. Обратите внимание, вот мой телефон Samsung Galaxy S7. К нему сейчас подключен петличный микрофон, на который, собственно, я пишу. Я таким вот образом просто размещаю его на панели. И через несколько секунд экран загорается, что свидетельствует о том, что пошла зарядка. Обратите внимание, подтверждение этому стоит вот здесь. Очень легко он крепится и снимается, никаких проблем нет. Причем это можно делать как в чехле, так и без чехла. Напомню, что с моделью Samsung Galaxy, которая имеет стеклянную поверхность, даже нет необходимости вкладывать эту подкладку под чехол. Он прекрасно магнитится и вот так. Как вы понимаете, таким образом можно включать навигацию, можно слушать музыку, и телефон разряжаться не будет. Вот такое вот отличное дополнение, красиво выглядит, не портит дизайн. Другими словами, желаю вам пользоваться такими вещами, которыми пользуюсь сам. А качественная и полезная аксессуарика сегодня не так часто встречается, к тому же вполне по доступной цене. Итак, еще раз повторим. Bazeus, модель Big Airs, собой представляет автомобильный магнитный держатель с функцией беспроводной скоростной зарядки. В комплекте идет зарядка, в комплекте идет классный качественный кабель микро-USB и скоростной адаптер в прикуриватель автомобиля. Все необходимые ссылки вы увидите внизу. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите под комментом, что я говорил правильно, что неправильно, по вашему мнению. И в любом случае, спасибо за просмотр. Пока!